Это кобель по кличке Джинджер. Вот такой весельчак, такой весельчак, такой шустрый песик. Красавец. Рыжий, белый. Очень-очень веселый. Ну, пускай. Вот какой быстрый. Вот какой активный. Джинджик, джинджик. Джинджик. Отсюда сначала. Давайте посмотрим на него. Джинджик, джинджик. Спокойная психика. Молодец, молодец. Молодец. Очень шустрый. Видимо, какой-то суперспортсмен будет. Уже отвлекает очень сильно камера. Очень сильно камера отвлекает этого спортсмена. Вот, 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 вот какая хорошая подача. Ой, смотрите, встает даже на передние лапы и уже пытается подать. Подать, он собирается. Вот. Вот и мой хороший. Вот и мой сладкий. Ну и последняя заключительная подача. Ищи. Давайте еще раз. Молодец, молодец, мальчик. Молодец, рыжий. Молодец. Самое трудное этих щенков поймать. Джинджер, рыжего цвета. Рыжий, рыжий, клопатый. Ну а теперь подача сложная. Парка сложная для такого щенка. Кидаем в эти заросли. Смотрите, подача неплохая. Но не стал жадничать. Не стал жадничать. Да, принес подачу. Принес подачу. Ну, давайте еще одну. Вот эти кусты сложные, сложные. Ай, молодец! Где-то тут, где-то тут. Вот молодец, вот он какой, он какой. Ой, какой молодец, ой, какой молодец. Рыжий, рыжий, конопатый. Да, рыжий. Оп. Смотрите, такая рожденная тоже посидушка. Рыжий, джинджи, оп, джинджи, 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 оп.
нравится. Ну что ж, все с ним понятно. Очень веселый и очень энергичный пес. Я думаю, это 100% охотничья собака. Возможно, даже какой-то спортсмен. Знаменитый. Да, меня зовут Джинджер. Ура!